проецируется энергетика магических воздействий ударов ритуального характера по биополю. Мария, смотрим, было ли магическое воздействие. Магического я нет, не вижу никаких магических, реально работающих, ритуально поставленных программ сейчас нет. Угу. Так, а не ритуального характера, давай посмотрим, энергетические удары, да, то есть различные там глазы такие, вот бытийные, так сказать, низковибрационные удары. Понятно, что все в третьем измерении живем, всякое бывает. Посмотри, пожалуйста, при наличии и с чем связаны. Низкие вибрации, да, она собирает, и она собирает в связи с собственной неуверенностью. А также в связи с тем, что часто осуждает пространство, и негативные выбросы в виде и внутренней агрессии, проявленной агрессии, которые идут в пространство астральное, ну, в поле людей. И это созвучно с нижней частотой, когда я говорила, вот эти стрелы, токсичный дождь, да, это все возвращается как будто бы откатом. И точно так же и здесь. Поэтому при взаимодействии с людьми ей нужно выработать больше такт, большее понимание и гармонизироваться. Хорошо. Давай посмотрим для частоты проверки. Также проецируются паразитирующие непокойные бесплотные души, откачивающие жизненно важную энергию при наличии. Нет, здесь все чисто. Так, и по лярвам при наличии посмотри, с чем связаны дислокацию. Есть лярва в самом низу живота, в районе матки. Здесь больше идет заложены страхи, самоедство, зависть. На уровне солнечного сплетения идет злость, агрессия, тоска. И на уровне ближе к горлу, верхняя часть груди, но ближе к горлу, здесь зажимы. Тоже здесь именно вербальное взаимодействие на низких вибрациях. Хорошо. Зафиксировали, да, всех ответственных вывели, в том числе по энергоударам. Реверс энергии мы сделаем. И спрашиваем, да, тонкую копию. Сначала спрашиваем тонкую копию, готова ли она сделать, спроецировать все энергетические сферические каналы, реверс энергии сделать. Да, она готова. Хорошо, даю команду тонкой копии Марии спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию, любую интерференцию в биополе. 1, 2, 3, начали выстраиваться каналы, все ответственные интерференции, каждый своему каналу есть? Да, канал есть. Хорошо, я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии от всех негативных программ, негативных мыслеформ. 1, 2, 3 пошла энергия по каналам чужеродным по отношению к Марии. Отдаем энергию страха, неуверенности, отдаем энергию всех болезней. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним до последней капли. Наблюдаем. Да, идет вывод всей энергии. Она включила функцию астрального дыхания и начинает, контролируя самостоятельно биополе изнутри, выталкивать, выдавливать то, что распознает сейчас тонкая копия, как привнесенная чужеродная. Собственное трансформирование под воздействием чужеродного тоже выдавливает сейчас. И канал постепенно светлеет. Закончено. Есть, хорошо. И в порядке реверса фильтры золотого сечения на канал устанавливаем. Есть фильтры? Да. Хорошо. И Мария забирает чистую, светлую, божественную энергию. Фильтры на все каналы установлены. Правда, пошла энергия божественная, чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Мария себе обратно. Возвращает весь энергетический потенциал, все ресурсы, вся информация возвращается. Она и только она хозяйка своей энергии. Возвращает все свое себе обратно. Начала входить энергия чистая, энергия света, энергия силы и ресурсы, которая, проходя через фильтры, воздействует на биополе и поднимает вибрации. Включается вот этот внутренний прожектор, внутренний свет. И здесь тоже процесс окончен.
Есть. Блокирую все каналы, предлагаю тонкой копии Марии поменять полярность всех подключив чипов, датчиков, имплантов, коннекторов и нанести импульс высокого вибрационного шок удара по этим чипам, датчикам, вывести их из строя, воссоздать импульс шок удара ко всем ответственным поселенцам с целью оценить по возможности все каналы на счет 3. Готова ли она это сделать? Да, готов. Хорошо, один, концентрируй всю свою энергию, два, приготовился нанести импульс шока удара, три, удар, мощным ударом отсекаем все каналы. Да, мощная вибрационная волна вошла в каждый канал сейчас. Угу, хорошо, очень хорошо. Так, хорошо, сейчас также для усиления посмотрим по контрактам по души, да, что есть, не нужно тонкой копии. И сейчас сделаем также для Марии, давай, четыре сферы. Первая сфера у нас будет для глобальной энергетической чистки, проработки. Смотрим эгрегоры, негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе, здоровью, ее физическому, энергетическому, от которых тонкая копия хотела бы избавиться или проработать отношения. Вторая сфера идет на расщепление негативных программ. Третья сфера, приглашаем все души из нынешнего положения прошлых, проработка кармических взаимосвязей, долгов, все, что можно сейчас уже проработать на энергетическом уровне. И четвертая сфера отдельно вот по той вороночке, что мы идентифицируем при чистке, да, все, что касается, что можно уже сейчас на энергетическом уровне проработать по магической также чистоте программе, я имею в виду, да, все, что здесь нуждается в проработке для того, чтобы выйти на свою программу набор высоких энерговибраций для души, здесь идет проработка. Есть сферы? Да, сферы есть. Хорошо, и направляем в эти сферы сейчас сразу же идет мощный, высоковибрационный, божественный, нисходящий поток Абсолюта, и одновременно восходящий поток от кристалла Земли пошел, и тем самым происходит глобальная энергетическая чистка в сфере на эгрегорах, идет глобальная энергетическая чистка на те, расщепляется на те энергии, которые принадлежат эгрегорам, на те чистые, что принадлежат Марии. В сфере на негативные программы только на расщепление идет, проработка с душами происходит, прилетают, улетают. И на частоте по воронке тоже идет проработка. Есть процесс? Да, процесс пошел. Хорошо. Да, это займет некоторое время. И давай усилим этот процесс манифестом свободной воли от ненужной тонкой копии контрактов. Пока идет проработка в сферах. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Мария должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Готова ли она это сделать? Да. Хорошо. Итак, я говорю вслух, а ее тонкую копию пусть повторяет за мной. Я вслух, тонкая копия пусть повторяет за мной. Я готова. Я вызываю все соглашения, контракты, договора, которые заключены осознанно и неосознанно. Все кармические договора, контракты рода, контракты на воплощение миссии, а также все то, что имеет мой энергетический отпечаток на этой временной линии и на всех других, в прошлом, настоящем и в будущем, внутри всех измерений плотности и уровней своей реальности, я взрываю все повторные фрагменты копии, резервной копии, зеркала, экземпляры, контрагента, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вылезли какие-нибудь договоры, пусть тонкая копия проверяет, что нужно, что будет аннулировать. Да, интересно, у нее вылезло, как будто бы она держит какие-то карты, как схемы. Угу. Не знаю, иногда мне кажется, что это астрологические, астрономические какие-то схемы, матрицы какие-то она держит в руках. Угу. Где-то есть картинки, где-то просто какие-то числа. Ну, вот, непонятно для меня это все, но понятно очень для нее, то есть тонкая копия все это сейчас распределяет. И есть то, что mm-hmm. она откладывает к расторжению, есть то, что она оставляет для себя, действительно бережно храняет ее, но оно вот будто бы затерялось в пачке, вот в этой, ну, я скажу, колода все равно. Вот в этом mm-hmm. роде. Что-то будет просто чиститься. Угу. Хорошо. Я говорю вслух, тонкая копия повторяет за мной.
Внутренней властью моего суверенного Я. Я объявляю, что все эти соглашения ноль, аннулированы, я аннулирую, я отменяю, расторгаю все эти соглашения, а также все копии контрагентов, повторные положения, дубликаты, дополнения, резервные копии, скрытые копии, зеркала и все перечисленное ранее. Пусть говорит. Я посылаю все эти соглашения, все варианты ранее перечисленного в галактическое ядро для трансформации в первичную энергию. Я возвращаю всю свою энергию, которая вошла в эти соглашения, по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки и выражаю намерения своей души и личности. Я отказываюсь от программ страдания, жертвования, беспамятства. С этого момента я выбираю только энергии свободы, любви, гармонии, единства. По праву на защиту своего личного пространства я объявляю на всех вибрационных уровнях, планах, измерениях, реальностях, что мои энергополя, моя сущность, душа, личность, сознание, физическое тело под абсолютной защитой от любого воздействия и вторжения, в том числе дистанционного. Внутренней власти своего суверенного я объявляю любое воздействие, даже на уровне намерения, от людей, от существ, любого плана, уровня реальности, на любом вибрационном уровне, автоматически блокируется. Моя энергия абсолютно защищает меня от всех направленных и ненаправленных на меня враждебных и вредоносных мне влияний любой природы, любого характера и происхождения, из известных мне и скрытых от меня источников, от любых вмешательств в мое энергетическое поле сознания с любой целью. Мое намерение защищает меня от любых существ, сущих, духов, демонов, призраков, атомов, кубов, суккубов, джиммов, плантов, поселенцев, программ, подпрограмм, любых предметов, объектов, субъектов, энергии, материи, артефактов, а также от их проникновения в мое физическое тело, энергетические тела и мое сознание. С этого момента я нахожусь под установленной защитой своего намерения во всех мирах, междумирьях, реальностях, уровнях, плотностях, избрениях, воплощениях, временах и снах. Свободно провожу свои истинные энергии души на человеческий план в том объеме, который посчитаю нужным. Всем участникам Матрицы, всем членам Совета и представителям я запрещаю на меня влиять, торгаться в мое пространство. Я беру ответственность за свои энергии, осознанные или неосознанные. Моя свобода начинается здесь и сейчас, во всех мирах, междумирьях, планетах, реальностях, уровнях, плотностях, измерениях, воплощениях, временах и снах. Силой моего намерения это будет так, а так и есть. Прочитала она, что происходит? Опиши. Да, она прочитала, и вот с самого начала она начала рисовать какую-то новую схему. Вот в пространстве вокруг себя это все было очень объемно. И она начала перемещать вот эти карточки, ну, картинки, то, что у нее было изначально, как договоры, вот внутри этой схемы. Mm-hmm. Это было понятно, опять же, только ей, только ее какому-то объемному миру. И вот далее, вот по мере зачитки, у нее где-то пошли вспышки белого света, через которые шла трансформация, обнуление, уничтожение, либо усиление, то, что должно быть, ну, на предпочтительных местах. В общем, она из тех, кто творит свою реальность, и она должна это осознавать в полной мере, потому что ее сверхсознание, оно этим оперирует. Но когда ее личность, ее человеческое сознание начинает это блокировать, то получается диссонанс. Сверхсознание просто не может достучаться, оно не может вот эту всю картину ей предоставить, а она, в свою очередь, не может это читать. На тонком плане сейчас произошла гармонизация, но, конечно, ей нужно будет самой еще через практики, через собственную глубину и через собственную трансформацию вот это все осознавать. Хорошо. Есть, очень хорошо. И давай посмотрим статус в сферах. Завершилась там проработка? Ну, все четыре сферы пустые. Отлично. Хорошо. И один, два, три сферы слопаются, уносятся в галактический дрон на переработку первичной энергии.